Не спеши. Не спеши. Не спеши. Достаточно. Надо совершать пинок быстро. То есть вот не надо отводить, потому что он, противник видит, когда замах. А ты должен быстро должен это сделать. Когда противник завел тебя в замок и на коротком расстоянии, вперед ты не можешь ударить, да? Потому что ты близко с ним. А вот сбоку, вот. Точно так же, как ты сейчас грушу, вот обнимаешь соперника. При таком коротком расстоянии ударить ты не можешь коленом. А вот сбоку. Вот так можешь прямой удар нанести. А когда ты близко, да. А вот когда близко, в замок он тебя поймал. Ты не можешь его замахнуть. И сбоку можешь его ударить. Ага. Значит, удар коленом идет прямой и сбоку. Два разных вида удара. На груши ты сейчас отрабатываешь, боковой удар. При близком контакте. Когда у тебя ногой, ты не можешь вперед коленом ударяешь сбоку. Выше колена подводи. Быстрее, поднял и быстро, раз. Вверх колено спи. Не надо отводить ногу назад далеко. Короткое назад и в сторону раскачиваешь. Когда ты отводишь ногу назад, она приходит долго. А это короткий путь должен быть. Колено в сторону и вперед. Не вытягивай назад. Давай еще. Коротко в сторону. Бедрами. Разворачивай. Вот так. Вот. Место отведения назад, вверх в сторону. Вот что у тебя, видишь? Круг коленом совершай, как бы полкруга. Другую ногу поменяй. Левой ногой. Во. Правой левой. Одной ногой. Левая получается довольно хорошо. Правая.
Вот выбирай, далеко, прямой удар, близко, сбоку. Вот, давай еще. Ой-ой-ой. Если отодвинешь назад, прямой удар. Если приближаешься, только не сильный замах. Короткий замах. Шаг назад. Для замаха просто шаг назад. И удар. Вот. Не шагай сильнее.